Доброе утро всем. Прохожу, вот тут цветы вот так все перерыты. И знаете, смотрите. И воняет кошачьим саньем. В общем, здесь кошек много. Похоже, кошки облюбовали эти все цветы для туалета. В туалет ходят. В цветы. Пипец. У нас сегодня уже нет тумана. Уже хорошо на улице. Над морем, наверное, небольшой есть. Фу, как тут воняет, невкусно. Нету. Видите, все хорошо. И батарейка садится. Но это как всегда у меня. О, и часы, твою мать, не зарядила. У них там вообще было. Ой, все обеззаряженное. Пошла я химию делать, блин. Мой обед. Всем приятного аппетита. Кстати, у меня вчера муж психанул. Ну, это словом сказать, психанул. В общем, зашел в магазин. Во-первых, купил вот этой гадости. Я предпочитаю вот это, чем вот это. И зашел. Говорит, твои эти всякие индюки, куры задолбали. Купил себе колбасы. Вот. Разные, два вида. Тут вот еще вот такая. Хлеба набрал, газировки. В общем, да, захожу такая, гляжу, думаю, во. А то ему колбаса обезжиренная, индюшачья. Чихал он на нее. Зашел себе колбасы, затарился. В общем, да. Всем приятного аппетита еще раз. Я пошла кушать. Я тут эксперимент решила провести. Померить давление. Вот так. А он написал мне, надень часы. Только сейчас померил давление, короче, не на руке. А сейчас на камеру не хочет. Представляете, какие часы вредные. Ну-ка. Предатели какие-то. Только сейчас мерила. И они померили 140 с чем-то там, с чем-то. Хотела вам показать, как врут часы. А они не врут. Я, в общем, тут сумку собирать сейчас буду. И гулять пойдем. Скоро зацветут мои родимые цветочки. У нас как-то пасмурно было. Начинается. А была такая хорошая погода. Такая, знаете, для стирки. Солнышко, ветерок, чтобы быстренько все растаяло. Ой, растаяло. Высохло. Ладно, буду собирать сумку. И пойдем на улицу, да, мои рыбы сладкие? Вот так я хожу на прогулочку. Это тележечка. Сегодня газ покупала. Кстати, он подорожал на целых почти рубль. Представляете? Это очень нехорошо. В общем, машина стоит мне очень сильно повезло. Машина стоит буквально прям около дверей. Вот, сейчас заодно тележечку в машину завезу.
Она мне и для газа, и для продуктов, и для всего, как говорится. И поэтому всегда должна в машине лежать. Ой. Это у нас дверь весит 153 тонны. Из-за того, что вот там мрамор. Поэтому она какая-то неподъемная. Я очки не взяла солнечные. Не знаю, нужны они, не нужны. Вроде как пасмурно нам на улице. Я постоянно беру, а потом ими не пользуюсь. Они мне мешаются. А иногда не беру, и они мне очень нужны. В общем, не угадаешь. Так, тележечка обратно пошла. И вперед. Все, пошли, Чарли, гулять с тобой. Зато ветер стих. В общем, зима. Помните шпинатное поле? Что такое цветет? Цветет что-то красивое такое даже. Понятно. В общем, где я шпинат? Буквально дня 3 назад оно еще было. А сейчас его спахали, что-то, по-моему, даже посадили. Шпинат, который не собирали, он тут валялся. Кстати, его собрали, наверное, или что, потому что даже и признака нету, что тут был шпинат. Кстати, про ветер я погорячилась. Ветер все-таки есть. Одна мадам такая шла уже, знаете, в перчатках, в капюшоне. Ну, зима, зима, она типа такая холодно. Мне нормально, вот так не холодно. Уши б немного подмерзают, но ничего страшного. Да, вот так. У нас, кстати, сегодня по всей Испании забастовка идет. Ну, не по всей Испании, а по многим городам Испании идет забастовка агрикультуров. Они бастуют насчет того, что цена очень низкая. Вот они продают свою продукцию по очень низкой цене. А магазины потом нам продают втридорога, 300-400% выше, чем они продают. То есть вот эти вот деньги, потому что вот я смотрю на овощи, да, фрукты. Чарли, Кочи. Еще одна. Сейчас закончился рабочий день вот в тех теплицах. И все по домам. В общем, цена на прилавках не такие уж и дешевые. Овощи, фрукты. А вот они продают, им говорят, нам типа невыгодно все это выращивать. Идет заброс полей, земель. Ну, конечно, да, конечно, это не очень хорошо, потому что придется все... Вообще здесь все же растет. Очень большой экспорт. Не знаю, но они каждый год бастуют. Здесь вообще любители побастовать, знаете, по любому поводу. Не знаю, добиваются они что-нибудь или нет таким образом, но бастуют. Ну, правильно делают, а что свои, как говорится, права нужно качать. А иначе никто не знает, никто не слышит. Моя хата с краю, ничего не знаю. Так что телек сегодня только и гласит, что забастовка, забастовка и забастовка. Кстати, на этой неделе не видела ни разу собак заброшенных, которых мы подкармливали. Они жили вон там. Может быть, их забрал кто-то. Они вот тут загорали, там на травке. А вот там жили. Я видела щенков, помните, показывала. А сейчас их нету. Ни одной. Ой, шатаюсь. В спортзал пришла. Соседи, что ли, что-то там много. У нас, походу, этот обогреватель, что ли, сломался. Ке? Квартира мне добила. Руки сороту, Ольгу? Да, дура. Con una aguja. Sí, ahí va a meterte una aguja. Mira a ver si ve el agujero. ¿Me viste el dirco? No, entra una aguja. Una mitutilla tocándole una... ¿Pero con qué se ha atorado? Yo qué sé. Habrá pillado algo. Pues ahora sí sale, ¿no? ¿Verdad? Aquí hay agujero. ¿Dónde?
Hay agujero. Sí, pero hay que desaturarlo. ¿Está desaturado? Uh-huh. A ver. Sale aire. Pero para adentro. Arriba, joder. ¿Qué te pasa, mi niño? Mi chico, ¿qué te pasa? В общем, будем ремонтировать и сумку разбирать. Проблема, когда покупаешь много авокадо, оно поспевает все за раз. Вот два уже спелые, один в холодильнике. Один в холодильнике. Два. И три. Блин, и гнилой мандарин. Не гнилой, а полугнилой. Я его сейчас съем. Он, походу, червивый, поэтому гнилой. Это вот тоже проблема вот этих мандарин, которые с ветками. Вот видите, блин, пипец, трындец. Они какие-то не особо долгоиграющие. В общем, да, лимоны, все с сада. Ой, обогреватель у нас уже отремонтирован, поэтому... Так, эти отправлю в холодильник, эти сейчас буду есть. Что-то там выберу, наверное. Блин, жалко. Жалко. Это у нас на завтра еще осталось. Я, наверное, может быть, гречку сварю. В общем, да, будем что-то думать. Кстати, вот такие вот у невестки, ну, в России видела, салфетки у нас нигде не было. Я, знаете, сразу думала, что это бумага. Ну, как вот эти вот. Вот. И, ну, отрывала, вытру и выброшу. Пока она мне говорит, это что, говорит, бумага, что ли? Я говорю, а что, нет? Это, говорит, такие тряпочки. А я думала, протер и выбросил, и нормально. И вот в этом магазине, вот этот новый, который у нас с Великобритании открылся, я увидела и купила. Кстати, очень удобно ими. И они как бы грязи много, бактерии разные не цепляются, да? Потому что меняются часто. И стоит всего вот такой моток, шматок, 1.50 рубля. В общем, вот так вот. Ну, я как вспомню этот случай. Ну, я там что-нибудь протру. Как, ну, как вот пользовалась, как вот этим вот большим рулоном. Она говорит, ты что? Это, говорит, бумага, что ли? Я говорю, не, а разве нет? Ой, вообще. Да, вот так вот. Что-то есть у нас, что-то есть в России. Поэтому надо делиться. Вы знаете, вот эта маска, хоть и написано, что она увлажняющая, но как-то она нифига не увлажняющая. Пойду помогу. По телевизору все разговоры только знаете о чем? Сейчас скажу о чем. В общем, о чем могут разговаривать по телевизору, как они в коронавирусе. Там какое-то мероприятие намечается огромное. И вот и типа меры предостережения рассказывают, какие нужно быть, делать. В общем, да, сейчас только о каких-то болезнях постоянно. Я вообще особо не люблю телек смотреть. Ну, иногда новости люблю просматривать. Я, знаете, что люблю смотреть? Погоду. Ну, чтобы узнать, какая температура. Хотя у нас, знаете, как бывает в этом году, прям вообще особо резко, что идешь-идешь, через 10 минут может погода поменяться буквально на 6-7 градусов. Вот как было на той неделе. От перемены ветра может погода вообще измениться чуть ли не на 180 градусов. Как, наверное, сегодня случилось, то я в спортзал шла, был ветер. И такой прохладненький. Вышла оттуда, никакого ветра нет и жара. В общем, не знаешь, что надеть, что одеть. И вот так как-то. Ладно, не будем вдаваться в подробности в этот коронавирус. Я сегодня 20 тысяч, почти 21 шаг сделала. Ну, я всегда так делаю. У меня более-менее 21 тысяч шагов. Выходит. Вот. Немного болят мышцы, которые приседания. Завтра опять предстоит приседание. В общем, ну ничего, выживем. Куда деваться? Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. В моем случае, любишь пожрать, люби и сжечь все эти калории, которые пожрала. Я сегодня сожрала мармелад, который купила в Лидле. Он такой вкусный, зараза. Не, я его не весь съела, я и вчера ела, позавчера ела, в общем, сегодня доела.
И такая, уже не могу, иду на, там, я на зумбу ходила, а потом еще и на дорожке беговой походила, на другом тренажере, уже не могу, ноги не идут. Я такая, иди, Оксана, как мармелад жрать, так ты готова, как, так у тебя никаких проблем нету. А как идти, так тебе тяжело, и давай, я сама себе, как говорится, мотивирую. Ну, как иначе? А иначе жопы вообще с дивана не поднять. Вот так вот. Ладно, всего самого вам наилучшего. Встретимся с вами завтра. Завтра у нас четверг. Я, наверное, поеду за покупками, за продуктами. Мне кое-что нужно купить. Я сейчас, конечно же, не помню, что. Но завтра обязательно вспомню. Ну, что-то точно надо. Хлеба нет вообще никакого. Ни моего, ни для мужа. Потом нету кофейного напитка. В общем, а это все в два разных магазинах продается. В общем, завтра об этом подумаем. Чего мозги-то парить, правильно? А сейчас уже нужно отдыхать. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.